А у нас сегодня интересное решение, как можно сделать подоконник на утепленной лоджии. Коротко пройдем, как мы сделали. Экструдированный пенополистирол на пол, сверху стяжка, керамогранит 60 на 60. Из того же керамогранита, нарезанного на полосы 60 мм и обрамленного алюминиевым уголком, у нас сделан плинтус. Из того же керамогранита у нас сделан подоконник с выступом в 1 см. Алюминиевый уголок у нас на торец. Сейчас маляркой он поддавленный, чтобы был четко по высоте. И вот такой вот внешний вид. Полностью из одного материала. Плинтус, плитка и подоконник. Подоконная стена утеплена экструдированным полистиролом 5 см. Под плиткой экструдированный полистирол 2 см. Снаружи 10 см пенопласт. Вот такое вот решение. Кому интересно, берем на вооружение.